Весенние каникулы. Чайка уже много лет проводит языковую смену. Дети изучают иностранный язык методом погружения в языковую среду с помощью педагогов лагеря «Хилтон». «Хилтон» в «Чайке» с 2015 года, с осени, и каждые каникулы короткие. К нам приезжают коллеги из Перми. И что меняется? Увеличивается количество мероприятий. То есть помимо к основной чайкинской программе добавляются еще игры и дополнительные занятия на английском языке. То есть дети в игровой форме изучают иностранный язык. 7 дней пролетели незаметно. На праздничном концерте в честь завершения смены чайкинцы представляют пьесу на английском языке по мотивам к сказочной повести Джеймса Барри о приключениях Питера Пэна и его друзей. Обычных зрителей в зале практически нет, ведь изюминка этого представления в том, что у каждого из детей есть своя, пусть небольшая, но роль. Для этого пришлось оживить рассказанную в Энди сказку, а жителям волшебного Неверленда дать возможность спеть и танцевать. Hello, hello. Конечно, при подготовке к выступлению юным артистам нужна помощь взрослых. Просто выучить роль недостаточно. Нужно вжиться в образ и не теряться, если на сцене вдруг что-то пойдет не так. Нам все разъясняли, то есть каждую сцену нам объясняли, что в ней происходит, что нам нужно сделать, какие эмоции показать. Мне понадобилось 2 дня, если честно. Это вчерашний вечер и позавчерашний вечер. Я постаралась все выучить, но все равно не обошлось без импровизации на сцене. Для тех, кто знаком с оригиналом сказки про Питера Пэна, финал пьесы неожиданный. К семейству Дарлингов присоединяются не только потерянные мальчики, но и вся команда капитана Крюка и даже сам Питер Пэн. На самом деле мы адаптировали этот спектакль под детей, и мы хотели вывести на позитивный финал, в котором все будут счастливы. Я думаю, у нас это получилось. Главное, что дети получили удовольствие, использовали английский на сцене и были в костюмах, услышали аплодисменты в свою сторону, получили подарки. Все мы делаем ради этого. Для тех, кто отдыхал весной в Чайке, фраза «уйти по-английски» приобрела новый смысл. Да и прощаются они совсем ненадолго. Уже скоро Чайка снова соберет друзей на летнюю смену.